Доброго времени. Подошла Ну что, Кузенька, вытащишь карту? Мы с тобой потом поиграемся, потом. Кузя. Кузя, да. Вытащи карту, Кузя. Кузя. Ну ты что отвернулся? Кузенька. Давай вытащи карту хорошую, вытащи. Кузенька, вытащи карту. Какой у нас прогноз будет на эту неделю? Кузя. Ну ты играться хочешь? Я знаю, что ты любишь поиграться. Давай немножко поработаем и потом поиграемся. Давай. Ну, наверное, твоя любимая карта. Ну давай ее посмотрим. Что же нам Кузя вытащил на следующую неделю? Кузя вытащил карту рождения. Очень хорошая карта. Говорит о том, что все находятся на пороге чего-то нового. Но мы все-таки надеемся, что у нас карантин закончится, наверное, да? И у всех у нас появятся какие-то новые проекты, новые идеи, новый виток в жизни, который принесет только благополучие и удачу.